Мощно и ярко врывается в студенческую весну творческая молодежь Тобольска. Энергия со сцены охватывает в зале каждого. На гала-концерте студенческой весны лучшие из лучших. Чтобы попасть сюда, ребята прошли большой путь. Все началось со школы студвесны в мультицентре «Моя территория», где эксперты помогали ребятам поставить номера. А некоторые участники долго и упорно готовились сами. Очень много тренировались в зале. Нам это дает какой-то заряд энергии, этот позитив от зала. В этом году наша команда еще больше сплотилась, скорее всего, благодаря этому концерту, к которому мы все вместе готовились. В отборочном туре фестиваля приняли участие более 500 студентов. Члены жюри отсмотрели около 100 номеров в 6 направлениях – от музыкального до хореографического. В театральном коллектив «Вызов» успешно дебютировал с юмористическим номером. Проведем перекличку. Человек «Белая спина» здесь? Здесь. 1 апреля работаете в полную смену. Прекрасный режиссер, мы его любим всем очень сердцем. Он нам говорил переигрывать. Очень сильно переигрывать. Когда переигрываешь, зритель больше обращает на это внимание и, соответственно, получает больше эмоций. Немножечко, конечно, он подумает, как-то странно, но смешно. Самое главное, смешно. Вокальный ансамбль «Шоколад» уверенно держит планку. В прошлом году на студвесне они заняли первое место в своей номинации. И в этот раз у них победа и на городском, и на областном этапе. Ночи напролет, вечера, дни. Наверное, в течение нескольких месяцев была активная подготовка к студвесне как областного, так и городского этапа. Вот итогом стали победы на областной студвесне. Колоссальный опыт. На области очень сильные ансамбли, очень сильные вокалисты. Каждый год новые творческие активные люди, все они заряжают нас. Многие творческие коллективы Тобольска успешно представили город на областной студвесне и пополнили копилку наград. Отдельные слова поздравления Тобольскому педагогическому институту. А гран-при городского фестиваля «Студенческая весна» получило театральное товарищество «На чердаке» Тобольского многопрофильного техникума. Юлия Савиных, Шамиль Гулиев, Ярослав Прохоров. Тобольское время.